Партнеры конкурса «Стрела Телеком», супермаркеты «Спар», сеть цифровых супермаркетов «Снежный Барс», бутик женской одежды «Мода Корея», информационный партнер издательский дом «Информполис». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа отборочного этапа международного телевизионного конкурса детского творчества «Звезды светлого будущего» состоялась также в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. 2 апреля на сцене Агинской детской школы искусств имени Кима Базарсадаева участники представили 16 оригинальных номеров. Добрый день, уважаемые гости, дорогие участники, уважаемые земляки. Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии ежегодного телевизионного детского фестиваля культуры «ГГН Аласай Одат» или «Звезды светлого будущего». Аплодисменты! Агинчане искренне рады принять у себя впервые отборочный региональный этап конкурса и приветствовать жюри конкурса на гостеприимной агинской земле. С целью выявления и продвижения талантливых детей телекомпания ТВ-9 «Монголия» с 2010 года начала проводить ежегодный телевизионный детский фестиваль культуры «ГГН Аласай Одат» или «Звезды светлого будущего». С 2013 года фестиваль, в котором ранее принимали участие только дети из города Улан-Батор и 21 провинции Монголии, расширился и приобрел международный статус, поскольку в фестивале стали принимать участие дети из субъектов Российской Федерации, Республики Бурятия, Агинского округа, Усть-Ордынского округа, Республики Калмыкия. В России же в качестве организатора регионального этапа конкурса выступил телеканал «Мир Бурятия», город Улан-Удэ. И в 2015 году была достигнута договоренность с руководством телекомпании ТВ-9 «Монголия» при активной поддержке Конвента монголов мира о проведении на территории России заключительного этапа и гала-концерта 6-го Международного телевизионного детского фестиваля культуры «Звезды светлого будущего» среди детей монголоязычных народов мира. В гала-концерте фестиваля «Звезды светлого будущего», который состоится в конце мая, принимали участие талантливые дети из Монголии, Бурятии, Калмыкии, Иркутской области, Забайкальского края и внутренней Монголии, Китая. И в 2016 году фестиваль организован тремя телекомпаниями «Мир Бурятия Россия», «ТВ-9 Монголия» и «Одан Телевиз» – автономная республика внутренней Монголии Китая. Отборочные туры пройдут в городе Улан-Батор, город Улан-Удэ и город Хухота. Финал и гала-концерт состоится в городе Хухота, столице автономного района внутренней Монголии Китая. Также Международный телевизионный детский фестиваль культуры монголоязычных народов мира «ГГН Аласай Одат. Звезды светлого будущего 2016» пройдет по двум основным критериям – вокал и хореография, возраст участников с 7 до 14 лет. Второй тур, региональный финал, награждение и гала-концерт пройдут 11 июня 2016 года в Русском драматическом театре имени Николая Бестужева в городе Улан-Удэ. Ну что ж, друзья, давайте представим наших незаменимых гостей, почетных гостей и жюри конкурса. Это наш почетный гость, генеральный директор телекомпании «Мир Бурятия» Ричим Балданович Лупсанов. Председатель жюри, режиссер телекомпании «Мир Бурятия», заслуженный работник культуры Республики Бурятия, действительный член Евразийской академии телевидения и радио Татьяна Баженимаевна Хамаганова.
балетмейстер Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал» Арсалан Жаргалович Станданов. И преподаватель детской школы искусств имени народного артиста СССР Кима Ивановича Базарсатаева, заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа Баира Сенежаровна Гамбажапова. Операторы нашего замечательного конкурса, оператор телекомпании «Мир Бурятия» Чингис Асадоев и операторы территориального отдела филиала Всероссийская государственная телерадиовещательная компания «Чита» в поселке Агинское Александр Ангаткин. Ну и, дорогие друзья, разрешите вручить слово генеральному директору телекомпании «Мир Бурятия» Ричину Богдановичу Лупсанову. Итак, дорогие друзья, мы начинаем региональный отборочный этап ежегодного телевизионного детского фестиваля культуры «Гагарин Аласы Одат. Звезды светлого будущего». И на сцене наша первая звездочка Дашатабаева Сары с бурятской народной песней «Бора Хухы». Музыкальный руководитель Базарова Светлана Дагбаевна и Цибинова Любовь Михайловна. Встречайте! Зажатости. Вся такая обаятельная, и самое главное, ты спела от души. Спасибо тебе большое, ты молодец. Ну а сейчас на сцене танцевальный коллектив Агинской средней школы номер 1 с танцем «Бурятская сюита». Хореограф Гюндунова Светлана Дабаевна. Встречайте!
Спасибо. Останьтесь, пожалуйста, на сцене. Я хочу сказать, молодцы, станцевали очень-то чистенько, синхронно, отработано все, видно, что Хлебов поработал. Но хочу пожелание как бы вам сказать, да, такое. Вначале было как бы приветствие, да, приветственный танец, ходоки, да, все дела. Вам надо бы как бы маленько отношение свое такое приветственное вот, показать. Так маленько скромненько танцевали, ну, по как бы своему ощущению. Я посмотрел так, сдержанно как-то, скромненько так придерживали. Когда Йохан, можно было бы вообще зажечь так. Ну, в общем, молодцы. Спасибо вам. Ребята, у вас замечательно очень красивые костюмы. И то, что у вас в вашем ансамбле столько парней, это здорово. Потому что обычно всегда бывают одни девочки, всю жизнь танцуют, правда? А парни так. А то, что здесь есть парни, они танцуют. И вот Арсалан очень правильно сказал, что глазки, глаза горели, понимаете? А так видно, что у вас руководитель профессионал, потому что ножки, ручки, все на месте. Все очень красиво, молодцы. Молодцы, жалко только, что вам не 13-14 лет. Спасибо вам. Ну а на очереди у нас очередная звездочка Дармаева Эржена с песней «Эжиде Зорионоп». Музыкальный руководитель Ачирова Туяна Батажаповна. Встречаем! Thank you.
Дармая Вержена, ваши аплодисменты! Ну а на очереди у нас фольклорная группа «Недел», дом детского творчества, поселок Агинское, с танцем «Йохар», руководитель Цибенева Любовь Михайловна. Thank you.
спасибо, вернитесь обратно на сцену. Ну вот, второй коллектив, да, хореографический выступает. Также все так чистенько, хореография исполнена чистенько, но скромненько. Опять же, я говорю, где энергетика ваша, дети, энергетика. И по костюму хотел бы сказать пожелание, вот, видимо, костюма не хватило или что, я не знаю, вот девушка в синем костюме стоит, я думал, может, солистка, может, что-нибудь исполнить сольное, как бы все равно в глаз бросается, если, ну, как бы, коллектив, общий номер, надо, чтобы все были одеты как один. Спасибо. Ребята, у вас руководитель очень хороший, большой профессионал. И девочки, вы замечательно улыбались, замечательно танцевали. Мальчики были некоторые немножко серьезные. Улыбайтесь, хорошо? А так все замечательно, молодцы. Красивый танец. Спасибо. Ну и за кулисами нас ждет очередная звездочка Жаргалова Алтана с песней «Зубы». Музыкальный руководитель Ачирова Туяна Батажаповна. Встречаем аплодисментами, друзья! Это были, не доставал наверху, да? Всего себе сам начал еще раз поработать, еще звончик, еще чтобы чистенько спела, хорошо? Алтана, у тебя очень стильный костюм под твою песню, и ты очень гармонично существуешь на сцене. Молодец, ты нам понравилась. Спасибо. Спасибо. Танцевальная группа из Дома детского творчества поселка Акинская с танцем «Тингри» от хореограф Самойлова Айна Игоревна.
Надо было либо присесть, там, не знаю. Она, когда все стояли, ее было как бы плохо видно. Вот в таких моментах, когда задействован каучук, в эти моменты можно было бы как бы в массе там присесть, сделать акцент на солистке. А так, очень такой интересный номер, оригинальный. Спасибо вам. На очереди у нас с песней «Улаалзе» Батмажабен Кристина, музыкальный руководитель Ачирова Туяна Батажабовна. Встречайте! Нашла движение глаза, тут вышка шеду в глаза.
Партнеры конкурса «Стрела Телеком», супермаркеты «Спар», сеть цифровых супермаркетов «Снежный Барс», бутик женской одежды «Мода Корея». Информационный партнер – издательский дом «Информполис». Ну а на очереди участники под номером 8. Детская школа искусств село Сахтахангил, танец «Йохар», хореограф Байрма Байсално и Батамука Севенов. Встречайте, «Йохар»! Сразу, что вами занимаются профессионалы, да? Вы прямо так скопировали нашу знаменитую певицу. Образ, ну, землячки вашей курской, да? Намгар Лахсаранова, да? И у нее в Улан-Удэ вот на днях скоро будет сольный концерт. Мне, видимо, придется сказать, что вот в Сахтахангиле есть коллектив, чтобы она вас пригласила, видимо, на свой сольный концерт, чтобы вы выступили с ней. В общем, очень-очень оригинально. Вообще, ну, слов нету, вообще молодцы. Спасибо вам. Ребята, знаете, вы из знаменитого села Сахтахангил, да? Да. Да. Вы не подвели свое село? А в вашем себе столько песен сложено.
а вы такие молодцы, так хорошо станцевали, и у вас такой стильный, оригинальный костюм. Только знаете, вот мы подумали, а тут написано Йохар. Ну ладно, мы думаем, Йохар. Маленько уже скучноватое такое название, да, ну ладно, выйдут, Йохар станцует в обычном бурятских, в обычных бурятских костюмах, а вы вышли, вот какие. И такой танец танцевали. Я предлагаю вам со своим руководителем еще подумать, к Йохару еще что-то добавить, понимаете? Название немножечко, чуть-чуть изменить. А так, вообще мы даже, знаете, мы в восторге от вас. Спасибо! А на очереди у нас поджидает под номером 9 Жамбалова Кристина с песней «Би Дурате». Музыкальный руководитель Ачирова Туяна Батажаповна. Встречаем! На сцене детская школа искусств поселок Магойда и станция Неркушки. Хореограф Барантонова Лариса Болотовна.
Нервничайте, выходите на сцену. Вы такие хорошенькие, пузатенькие. Каждую хочется расцеловать. Такие и молодцы. Вы так задорно станцевали. Там у вас один мальчик есть, да? А остальные девочки, ну, вообще молодцы. И костюм у вас хороший, и танец очень хороший, такой сюжетный. Молодец руководителю. Хороший танец, замечательный. И дети, девочки, и мальчик. И один мальчик. Вы очень хорошо станцевали. Молодцы. Спасибо вам большое. Мы такое удовольствие получили. Да, я смотрел с удовольствием и вспомнил свои года даже. Я не приходилось танцевать танец «Нет пушки». Как бы, молодцы. Респект. Давайте, дерзайте дальше так же. Спасибо. Ну а на очереди у нас Жамбалова Алина с песней «Боже мор швухе» и песня «Эдернан». Музыкальный руководитель Санданова Зинаида Дамбадаржиевна. Встречаем! Сцене детская школа искусств поселка Магоди Стацам Горхам, хореограф Бальжимаева Марина Анатольевна. Аплодисменты.
вам большой, очень красивый танец, очень красивый рисунок танца такой красивый. И вы такие пластичные, и чувство ритма очень хорошее у вас. И очень вы грациозные, как девочки, замечательно. Вообще большое уважение вашему руководителю. Такой красивый танец. И чувствуется, что вам нравится этот танец танцевать, да? Нравится вам? Да. Нам тоже очень понравилось. Спасибо вам, молодцы. Спасибо. Тоже видно, что профессионал своего дела, работал, да, я увидел прямо так каноном, прямо канон у вас был, хореографии, рисунки такие, костюмы красивые. Конечно, вы своим танцем, как бы название Горхунга, ручей, да? Ручей. Я вот ручеем, ну я правда поверил и представил, что вот, течет ручеек. Молодцы, спасибо вам. Ну а сейчас на сцене воспитанница Дома детского творчества поселка Алькинская Гагорова Далвар с танцем «Хонхат Охин». Сольный танец, еще раз, как у Ланде говорил, что это очень сложно танцевать сольный танец, когда все смотрят только на тебя, и ты одна на сцене, и
как бы надо выложиться на 100%. Ты очень-очень такая пластичная, танцевальная девочка. У тебя есть все то, что нужно танцору. Ага, и хочу маленькое пожелание, может, хореографу сказать, может, чуть-чуть что-нибудь еще можно было бы добавить в хореографии. А так хореография очень интересная. Может, что-нибудь я у вас повзаимствую. И хочу пожелать тебе удачи, молодец, также двигайся, танцуй от души, больше энергетики душевной, как бы, сама подача такая, чтобы была всегда зажигать. Сейчас на сцене детская школа искусств села Цаптахангил, танец наездники, хореограф Байрма Байсално и Батамука Цивенов. Веселый, задорный номер, такие топ-топ-табурешки такие. Прослеживалась актерская игра, вот мальчик молодец с девочкой. Прям. Солисты, да, как бы несли такую роль, которая тоже немаловажна. Ну, молодцы, вы нам сразу понравились еще с первого номера. Спасибо вам. Ребята, знаете, в вашем танце есть сюжет, есть эмоции, и вы это все обыграли. Молодцы. Спасибо.
На очереди у нас Циринова Алина с песней «Бумбка». Музыкальный руководитель Альчирова Туяна Батажаповна. Встречайте! Еще хочу тебе, может, подсказать, может, ты мячик возьмешь? Вот я тоже подумала. Да, ну, как выбираешь, тогда будет вообще классно. Хорошо, подумайте, пожалуйста, с руководителем. Спасибо, спасибо. Молодец, зажигалка такая. Спасибо. Молодец, молодец. На сцене Дом детского творчества поселка Агинское с бурятским стилизованным танцем «Зало ушел» хореограф Циринова Аюна Амгалоновна. Зой к тебе.
А самый старший сколько лет? 14, да? И меньше, да? Ага, ну хорошо. Так, у вас очень удачно стилизованные бурятские костюмы. Танец современный, очень ритмичный. Вот есть моменты, у вас очень ритмичный танец, понимаете? Поэтому тут должна быть прямо такая синхронность. Иногда некоторые чуть-чуть опаздывают. Но танец оригинальный, очень симпатичный, очень красивый. И костюмы у вас исключительно хорошие. Спасибо. Ага, спасибо вам большое. Хочу добавить то, что просто готовые подтанцовки для Мадыгмадажи. У нас председатель жюри этого конкурса. Просто на сегодня не смогла приехать. Мы ей передадим, что в Агинске есть готовые подтанцовки. Можешь приглашать их на свои концерты. Все классно. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчивается наше выступление. Желаем всего самого наилучшего. И, наверное, от жюри пару слов напоследок. Слово председателю жюри Татьяне Башимаевне Хамагановой. Знаете, вы нас очень порадовали, потому что номера хорошие. Вокальные номера, все, кто, значит, на сцене выступал, у них отличные, хорошие голоса. И танцы очень подготовленные, хорошие костюмы, вы нас порадовали. Спасибо вам большое, спасибо особенно руководителям, хореографам, спасибо и детям, естественно. Мы сейчас вот решим, сколько человек мы там, кто проходит во второй тур, я объявим, хорошо? Слово Арслану Жаргаловичу Санданову, балетмейстеру Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». Ну, хочу просто пожелать нашим участникам удачи и большой такой энергетики вообще, когда вы выступаете, чтобы от вас была такая энергетика. И все мое одно пожелание вообще. А так все. Просто хорошо, классно. Спасибо. Все просто вот скудно, да? И слово предоставляется преподавателю детской школы искусств имени народного артиста СССР Кима Ивановича Базарсадаева, заслуженному работнику культуры Агинского Бурятского автономного округа Баирицы Державовне Гамбажаповой. Спасибо, Витя, за такой прекрасный концерт. Сегодня был прям фейерверк, парад звезд. Все молодцы, спасибо. Слово предоставляется почетному гостю Ричину Балдановичу Лупсанову, генеральный директор телекомпании «Мир Бурятия» Ричин Балданович Лупсанов. Пока жюри решает, заседает, да, минут, наверное, 15-20 пройдет, да, потому что и я хотел бы сказать огромное спасибо за прекрасное выступление участников. Прямо душа радуется, что у нас в Агинском округе такие замечательные дети, такие самоталантливые. Прямо я думаю, что жюри будет очень трудно выбрать сильнейших, потому что, на мой взгляд, все танцевали хорошо, все пели хорошо. Значит, большое спасибо. Спасибо всем руководителям коллектива, руководителям этих творческих групп, детских школ, за то, что такие прекрасные номера подготовили. Значит, хочу отдельно сказать слова благодарности департаменту, работникам департамента культуры и спорта Агинского округа за то, что вот, помогли организовать вот, филиал этого отборочного тура поселка Агинское. Ушодыхин,
их холона амашурлык бултаритне. Енді бұқты мұны дыр үнді барған оғыды дұқу ғайнар қырауға номерін ода дейдерді. Болтындық не? Болтындық не? Сашыда Мұқтыманы конкурс түшпіші бүкей конкурс емінді ғайнар қалады жа елді. Я лута Украине и как юный. Но удачи, успехов желаю. Поэтому значит, давайте дальше вот эти вот самые, если даже не попадете во второй тур нашего конкурса, международного конкурса. Но все вы звезды, все вы талантливые, звезды светлого будущего. Кстати, многие из вас, наверное, будут и дальше продолжать, значит, карьеру артиста, может быть. Поэтому всем желаю удачи, успехов, ну и также успехов в учебе, чтобы значит, в дальнейшем у вас всегда было, значит, прекрасное будущее. Ладно. Спасибо, Ленчин Балдай, за такие теплые слова. Да, я говорю, выйди, а в чем ты хусил, да? Алло, Алиаташа. Алиаташа, я выйди. Пожелаю друг другу удачи. Вы все нам очень понравились. И спасибо вам большое, что у вас такие сильные певцы и такие сильные танцоры. Но выбрали мы следующие ансамбли и солистов. Детская школа искусств Саптахангел. Но мы рекомендуем к слову Йохан еще добавьте какой-нибудь прилагательный, хорошо? Потому что танец у вас очень оригинальный, костюмы оригинальные, а названия не оригинальные. Поняли, да? Они тоже оригинальные. Так. Сиренова Алина Бумбага. Гангурова Долгор. Значит, дальше. Поселок Магой-Туль. Танец Кархон. Школа. Девочки, там все хорошо. Сюжетный танец. Все хорошо. Станцуете в Ланду еще лучше. Ну, по танцу, в смысле, я имею в виду, может, музыкальное сопровождение у меня такое. Музыка маленькая избитая тема такая, да? Может, что-нибудь такое еще красивенькое найдете прямо под этот танец такое. Следующий, Дашидабаева Сарын. Вот, ты молодец, ты нам очень понравился. Ну ты поняла, да? Никакого макияжа, хорошо? Понятно. Ты и так красивая, смотри, ну какая ты красивая. Поняла? Так, теперь дальше. Жамбалова Кристина. Да, вот. Без макияжа, тоже поняла. Бадможева Кристина. Вот. Да. И последний номер, восьмой. Это? Интригу выдерживаю. Барабаны дробь в студию. Буянская сюита, школа номер один. Что ж, спасибо всем участникам, всем тем, кто выиграл. До свидания, до новых встреч. Желаю вам всего самого наилучшего. Итак, завершен первый отборочный этап международного телевизионного конкурса «Звезды светлого будущего». Теперь встретимся 11 июня на сцене Русского драматического театра, где состоится финал конкурса. До встречи!
Партнеры конкурса «Стрела Телеком», супермаркеты «Спар», сеть цифровых супермаркетов «Снежный Барс», бутик женской одежды «Мода Корея», информационный партнер «Издательский дом Информполис».